Привет всем! Бонжур атус! С вами канал Тандем Франко Рус и наши маленькие вояжи из Москвы. Вот этот круглый бачок – это и есть парилочка. Тут у нас жар-птица. Там мы прошли хамам. Еще дальше будут снегири, кружева, дымково. Хохлома это наша. Вот мы уже и пришли. Стоит электронный замок. Кроме нас сюда никто войти не может. Вот занято. Наш дворик. Ну, вот это. Давай, тва. А там все. Все скользкое такое. Забор высокий, никто не заглянет. Ничего не увидит. Вот тут у нас джакузи. Пока закрыто, мы попросили ее открыть через час. И вот с этих сосен будет на нас падать снег. И это вообще... такой кайф. Лежишь в теплой водичке, а на нас снег падает. Тут, конечно, все обледенело. Прям надо очень-очень осторожно. Так, а вот там кто-то у нас сидит. Церемония чайная. Опа. Ну, тут у нас раздевалочка. Потом комната отдыха. Где можно попить чай. Дают шапочку, тапочки. Вот она хохлома. В прошлый раз мы были в кружевах, там все было кружевное, здесь все хохломе. Переодевалка вот нижней одежды. Какая мне смешная шапочка. Здесь из раздевалки сразу дверь в туалет. Хочу показать, как это чистенько все. Вот туалет, раковина. Это снова я. И вот она хохлома опять. Вот. Тут все-все из хохломы. Ну, не все, конечно, но очень многое. У самовара я и моя Маша. Ладно. Все из дерева. Сереечка обшита. Так, теперь
Проходим дальше. Здесь у нас душевые. Здесь же массажный стол. Вот он. И тут мы замачиваем венички. Вот этот такой ледяной душ, ведро можно сделать. Вот удивительное рядом. Я просила березовый и можжевельник. Имеем дубовый. Все. Ну, замочили уже. Ну, здесь святая святых. Заглянем. Там, правда, темно, но, может, что-то разглядим. Ох, и жарко тут. А нет, подсветочкой-то хорошо. Вот. Как оно? Сова? Ладно. Пулин стал. Вот большой любитель. Зато пульно ладно. Ладно. Вон там печь. А вот, ну, это вот лежаночки. Отдушка. Бревнышки под голову. Вот у каждого свои. Вот она печь. И вот здесь выходим. Можно еще на камешки побрызгать. Тут такой маленький предбанничек. Крохотный. Тут вообще солома. Вот прям солома, солома. В парилке все из соломы. Это не то, что приклеено. Вот она реально тут пласты прямо. А дальше глина. И теперь внимание. И мы во дворе. Вот так. То есть мы вышли с другой стороны. Вот она входная дверь. Там огонек горит, это котел. И слышно, что в нем есть люди. Мы их не видим. Они там плавают. У нас уже под елкой огоньки зажглись. Замечательно. Так, возвращаемся погреться, наверное. Представляете, какой кайф. Из парной сразу снег. Ух. Раз, аккуратно заходим. И мы снова в парной. Вот такая тут красота. Так, я собираюсь присоединиться. Bonjour à tous. C'est une infusion. Infusion de serre. Ça fait du bien. Ça libère les poumons. Pourvu que ça ne fasse pas péter. Пришло время идти на улицу. На снег в джакузи. Вот наше джакузи уже открыто. И мы туда идем, завернутые только в пледы. Будем там плавать. Вот так это выглядит. А теперь мы занырнем туда. Сидишь в джакузи, а вот с этой сосны снег на нос падает. И вообще снежок немножечко идет. Оно в пару. Кайф непередаваемый. Фу.
Вот такие пледики вылезли из джакузи. О, 34 градуса с половиной. Это такой кайф вообще. На морозце-то. Да после парной. Он никакой ковид не выживет здесь. А если что и было, все вылечили. Видите, как тут хорошо. Невероятно. Да? Сейчас покажу с другой стороны. Сосульки такие висят, может сорвать и пожевать. Жары-то. Наверное, ангина будет. Он текут как. Respecter la tradition. Un, deux, trois. Опа, тут акаты. А вы? Все на пол. Да. Опа! Ой, как хорошо. С легким паром. Привет всем, бонжур атус. С вами канал Тандем Франко Рус и наше маленькое банное переключение. Мы уже вернулись после ужина в номер, мы уставшие. День был очень насыщенный, и лыжи, и баня, и ресторан Богородский, где мы съели столько, что до сих пор тяжело дышать. В наш ресторан, нашей турбазы, мы пришли похлебать супчиком. Бон аппетит! И какой-нибудь десерт. Ну, тяжелого не хотелось, ничего, просто вот мороженое небольшое, там пару шариков. Спросили, какое есть мороженое сегодня. Он пошел узнавать, вернулся и говорит, вот такое. Я говорю, хорошо, тогда мы сделаем так. Вот два таких, да, хорошо. Да, да, и суп. Он говорит, да, да, сейчас. Приходит, спрашивает про суп. Мы ему сказали, какой будем супчик кушать, что пить будем. Он ушел. Через несколько минут появляется уже с мороженым. Я говорю, можно мороженое после супа? Он говорит, конечно. Я его просто поставлю вот здесь на столике, а суп я сейчас принесу. Второй, ну, бариста, он... Мальчик посмышленнее, он говорит, ну это, собирай, он растает. Я начала смеяться, не могу остановиться. Ну, я смеюсь так, закрыла рот, там, опустила глаза, смеюсь там, как будто над своим, над чем-то. Смешнее всего было видеть лицо Алана, у него взгляд остановился. Он просто вот, никаких движений на лице нету, просто он на меня смотрит. Я, говорит, вижу... Вот это мороженое, которое подъезжает. Это что за цирк такой? Это у них, конечно, хорошая кухня. Здесь очень хорошая, но себе зал слабый, очень слабый. Они все милые, улыбашки. Они такие все совсем дети, очень все юные. Вот в этом Богородском бизнес-ланч, казалось бы, что там, да? Девушки вышколенные такие все в костюмах. И, кстати, пообедать там дешевле, чем пообедать здесь. Но ту кухню... Даже если здесь сейчас хорошая, очень. Но сравнить одну и другую... Все-таки бывший здешний шеф, он просто... Он прямо гений. Он такие вещи вытворяет, что... Ну, это прям мишленовские звезды. Такое вот смешное маленькое приключение. После мы немножко погуляли. Дорожка в баню. Ресепшн. Надо немножко прогуляться, мы слишком много съели. Вот небо серое, а снег такой белый-белый. Там освещения вообще никакого нет, там просто лес. Но такое чувство, как будто светит луна. Нету луны. Одни облака, все серое. Вот небо, все-все серое. Свет только вот там впереди, где наша база. Банный курорт. Вот такая вечерняя прогулка. Вернулись в номер, уставшие. Сейчас поваляемся, потом, наверное, душек примем и спать, потому что завтра мы планируем встать рано и пойти покататься еще на лыжах напоследок. В 12 надо сдавать комнату, значит, в 11 надо вернуться после лыж. И обедать, наверное, поедем все-таки туда. Что-то здесь уж очень смешно у них получается обслуживать. Хочется вкусненько покушать. И, наверное, оттуда уже прям чемоданами сразу туда поехать. Почему нет?
Вот так. Всем хорошего вечера и до завтра. Один дом. Пока-пока.